Псалом 57. Начальнику хора не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле.